сеянцы слива-вишневого гибрида. В данном случае были семена взяты с сорта Мейер. Вот. Но идет расщепление признаков. Некоторые более вкусные, другие менее вкусные сеянцы получаются. Сами плоды вот такого вот вида. Вот. Видно, что некоторые слишком сильно темные, другие покраснее, покрупнее. Вот. На вкус сладко-терпкие, кислоты практически нет у них. То есть и по внешнему виду, и по вкусу довольно сильно отличается от нашей вишни.